Это снова я, всем привет на моем канале. Канал Круизи Робот, канал мастера аутиста. Что я вам хочу в этом видео показать? Это я сегодня, я с отвертками. Разные у меня вот такие отвертки. Речь пойдет о том, что никогда не берите отвертки с круглой ручкой. Смотрите, почему. Сейчас покажу. Вы работаете, бросили где-то отвертку, да? Она раз и укатилась. Раз и покатилась. Раз и покатилось, вот, и укатилось где-то на наклонной поверхности. Эти отвертки всегда укатываются. Мой совет: берите граненую отвертку. Во-первых, легче ухват, легче. Вот, и где-то можно подвернуть, зацепиться как за гайку гаечным ключом, где-то усилие какое-то провернуть. Это дешевые, конечно, китайские отвертки, ну, нормального, приемлемого качества. Вот эти вот так себе, я прокаливал у них вот эти вот хвостовики их. Но пришел к выводу такому, что отвертки нужно брать не с круглой ручкой, а вот с такой, с резиновой граненой ручкой, вот с такими гранями. То есть она не укатывается. Видите, раз, смотрите, бросил, и она осталась на месте. Вот эту бросаешь, она укатилась, вот смотрите, вот где-то ее бросил, все, она поехала, упала, вот так вот, вот видите, я даже не раскачиваю, то есть смотрите, не раскачиваю лодку, вот видите, раз и укатилась, вот смотрите, вот, раз и покатилась, а вот это вот, смотрите, раз и осталось. Вот мой совет, вот такие отвертки надо брать с граненой рукояткой. На этом всем спасибо. Надеюсь, всем это полезно будет знать. Всем пока.